Сургутский батальон тылового обеспечения ЗОВ отпраздновал год своей работы. Главная цель организации – помогать бойцам, которые находятся в зоне СВО. Делают это прямо по заявкам командиров. Они точно знают, в чем больше всего нуждаются подразделения. Все участники организации готовы бескорыстно помогать. Они, например, собирают деньги на покупку необходимого, формируют гуманитарную помощь. Когда с тобой рядом герои, да, они должны быть с медалью, должны быть. И когда ты ее не видишь, тебе хочется ее дать. И вот это тот случай, когда я поняла, что мы не бойцы, но мы труженики тыла, и мы это делаем. Те, кто совершил трудовой подвиг ради победы, они достойны награды, и они ее получили сегодня. Я очень счастлива. Я шла к этому полгода. В будущем организация планирует расширяться, а пока помогают отважно, не жалея средств и времени. Многие участвуют целыми семьями. К примеру, на сегодняшний день батальон тылового обеспечения собрал больше 7 миллионов рублей в помощь бойцам. И останавливаться на этом не собираются, намереваясь охватывать все больше нуждающихся в чем-либо подразделений. Конечно, я очень счастлива от того, что я, в принципе, попала сюда. Я счастлива, что я имею к этому отношение, что моя семья непосредственно участвует в этом деле, да, важном очень, что мои дети видят это. И надеюсь, что когда они подрастут, они будут считать себя, они будут патриотами России, они будут так же, как и мы, в общем, не будут равнодушными.